Что, ребят, всех приветствую. Мы продолжаем с вами проходить Deadlight. По-прежнему такая мрачная у нас атмосфера. Вроде бы в той серии у меня здесь был баг, и он здесь присутствует. То есть я не понимаю, как пройти здесь. О! Неужели? В стене, оказывается, была дырка. А я думал, это баг. Так. У меня есть два патрона, в принципе. Но я думаю, пока не собираюсь их тратить. А лучше потратить, наверное. Так, давайте-ка все сюда. Все сюда. Здесь кушать, кушать, ребята. Так. Что бы мне с вами сделать? Надо понять, что впереди делать. Тогда я пойму, что с вами делать. Так, а и что? А вот. Все, понял. Перелезть надо было. Блин, ну зомбятины прям... Давайте, ребятки, встаем, встаем. Не ленимся. Ух, ёп! А я его чуть не заметил его. Так. Так, закрыть, 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 закрыть. Вот. Все, здорово, здорово. Ой, кровищ тут сколько, ребят. Так, я забыл, как кувыркаться. Так, патронов у нас больше нету. Так, мне, по идее, куда-то на... Ух ты, ёп. Подождите, со шкафа. Ну да, конечно. Теперь вот сюда. Теперь по этой штуке перелезть. Ух, ну атмосфера, конечно, в игре присутствует. Это все мрачность. О, как. Мы уже на силу умеем. Так, блин, ну зомбятины. Эй, сюда. И по стелсу пошли. Так, чё это я там... Так, 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 вот это поднять и... О, это не надо было поднимать. Тихо, 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 зомбек, пошел вон. О, как раз хилочка нам нужна. Так, тихо, за нами зомби. И, опа. Блин, ну все мне потрясающе нравится в этой игре, как все происходит. Наконец мы попали на этот чертов стадион, наверное, сюда нам. Что вообще? Опс. Тихо, 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 что там? Это съестные припасы, которые хранил убежище, которые солдаты города защищали своей ценой. То есть они их украли, смотрите. Ой, вот на это взгляните. Так, надо его спасти. А ну иди сюда, зомбяк. Ой, не в ту сторону, подожди. На! На! Одного-то я тебя зафигачу. На! Так, я его победил. Победил. Бенюэл, Фокс, wake up. What happened? They knocked you out cold. I think I gave as good as I got. I told you I'd meet back up with you, didn't I? They took Stella, Randy. They're crazy. They're rebuilding by force. They're killing anybody that doesn't fall in line. What about my family? Have you seen them? I haven't seen anybody. They strung me up when I wouldn't go along. They took Stella somewhere else. Some kind of home base. If they've got your family, that's where they'll be. What about the safe point? It's all a lie, Randy. There ain't no safe point. Нет никакого убежища, он говорит. They're just using it to round people up and take them somewhere else. Then we have to get out of here. We have to find them. Let's go, buddy. I don't have the strength. You have a pretty deep cut, and you've lost a lot of blood. Look, Randy, a Christmas present. You won't be able to fly in this condition. We need to stop the bleeding. You'll have to wait for me here. I need to look for something to fix up those wounds. Today is my lucky day. What are you talking about? Even someone like me would believe in God on a day like today. Look behind you. Госпиталь. Что ж, придется нам в госпиталь, наверное, сходить за лекарствами. Бен, я пойду поищу какую-нибудь помощь. Я вернусь так быстро, как только смогу. Только никуда не... Блин, тут зомби, так его тоже одного оставлять. Раненого, блин, это пипи... О, вот уже зомбица. Ну, полицейская машина. В кувете. Надо, говорит... О, откуда у меня патроны на... У меня откуда-то появились патроны. Офигеть, у нас появились патроны, ребята. Вот это круто.
Посмотрите на эту мрачность, на всю мрачность. Вот так вот. Это же вообще обалдеть. Опа. Кто-то вылез оттуда. Брошюра о новой группе, способной его предотвратить. Новые болезни всегда были неожиданны для нас, но всегда были лекарства так собой в прошлом. Оу. Тихо, тихо, вы оттуда не вылезете, правильно? Так, ну что, пойдемте в госпиталь, что делать-то? Надо его спасать. Тогда мы отправимся спасать потом нашу семью. Так, еще страница из нашего дневника. Вон там зомбятины сколько, ух. Да, вот эти вот всякие помещения с медицинские, когда там никого нет, они, конечно, все это... О, черт. Ой. Ой. Патроны. На. Так, я понял, что делать нужно. Ну, я с топора. Так. На. Упал, отжался. Упал, отжался. На нахер. Понятно. Ку-ку. Ку-ку. Так. Теперь как отсюда выбраться? Нет. Вопрос. Еще остается на повестке дня, как теперь отсюда, мать твою, вылезти. Там я забаррикадировал. А, блеск. Стой, стой, стой. Да как ты не допрыгиваешь-то? Подождите, подождите. Рогатка где? Стойте, надо каким-то образом... Нет, а как? What the fuck? Вы шутите, ребят? Мне отсюда никак не выбраться? Зачем тогда сюда надо было приходить, приземляться, я не понимаю. Стоп, стоп, стоп. Да не может такого быть. Нет, ну не шутите так. Да тут мостик как-то, наверное, можно отпустить, я не знаю, но... Что, точку переигрывать? Но это не серьезно. Перезапустить. Значит, туда больше не падаем. Так, вперед, так. Но это ставить сюда по-любому. Патронов, в принципе, у нас достаточно. Нам падать туда и незачем. Так, тут кататься как? Вот так вот. Радио. It seems that someone left a message on a recording machine. Тут оставил сообщение. Ну, подойди, я хочу автоответчик послушать. Кто это мог быть? Так, это... Ух, твою мать! Ай, зомби увидели. Бегом. Вот это мрачность. На тебе, кукол, вот. Оу! Так, 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 думает быстрей. Чё ж я сделал-то? Ладно, не беда. Ой, я думал, они на меня сейчас упадут. Так, ну, видимо, сюда надо нам идти. Опять флешбеки нашего героя. Опа. These memories, these thoughts. It hurts so much to think about my Lydia. Опа, лекарство, видимо, то, что нам нужно, да? Для того, чтобы... А, нет. Ух ты, у нас здоровье стало больше, посмотрите, 4. Вот это очень круто, очень круто. Чё, не понимаю, вот это вот такое на потолке, это чё? Так, подожди. Мне же туда, правильно? Вот так. А, все, дошло до меня, что надо же делать. Так, надо отойти сюда, повернуть сюда, разбежаться и вот зацепиться за эту. И смысл? А, смысл вот за эту зацепиться, да, во. А тут за лестницу, ну, конечно же. И оп. Опупеть, на третий этаж поднялись таким образом.
Так, зомби, 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 зомби. А тут что-то есть. Так, у нас есть патроны. Следующий. Следующий. С вами приятными дел. Да, патроны надо экономить. Так вот. Так. Давай-ка вот эту штуку подвинем вот сюда и попробуем запрыгнуть наверх. Да, как это сделать? Не допрыгиваю. Вряд ли. Нет. Если вот так. Да не туда. Рэнди, надо наверх прыгнуть. Во. О, что это такое? Что это? О, еще потрошки. Вот это круто. То есть не зря. О, опять с автоответчик. Ты оставлялся. Ого. Так, ну по-любому я смотрю вверх и низом пройти, да? Ух ты, ёлки-палки. Тут надо бомба какая-то, не дробовик. Ладно, бегом. Как всегда. Давай. Вот так, отлично, молодец. Так, аптечка мне не нужна. А вот что-то валяется. Запись. Все больше и больше запись сделана этим сумасшедшим доктором. Так, это надо расфигачить. Ух, ё! Это куда? Вверх, вниз? Твою ж мать! Твою маму! Вот это отчаянный парень. Охереть просто. Ой, зомби. Сейчас мы его топориком... Ладно, чёрт, топорики. Следующий. Вот так. Что мы тут найдем? Наука и медицина. Тихо. Нет, не в ту сторону. Вот так вот, да. Так, упала. Тихо, надо разбежаться и прыгнуть. Стоп, нет, вверх, нет, вниз. Вот здесь дверь какая-то. Так, надо перезарядиться. Все, последний патрон для этого. Так. Все, пора убираться отсюда. Все, мы нашли то, что мы искали. Надо, говорит, убираться теперь отсюда. Говорит о том, что нам возвращаться к парню с вертолетом. Я думаю, верхом пройдем, да? Фу, близко. Так, ребята. Пока. Зомбак или нет, не зомбак. Так, еще какое-то имя. Так, видимо, эту клетку можно выбить, конечно же. Ух ты, ёлки-палки. Так, я думаю, на ту сторону надо сигануть. Так. Так, что там у нас? Здесь либо на ту сторону, либо вниз. Попробуй на ту сторону. Так, а здесь что? Может, все-таки вниз? Часы доктора, обнятого без... обтянутого бессмертием, они становятся после полуночи 02. Вот он, доктор, это сумасшедший, который все записи по всей больнице оставлял. Его, по ходу дела, по-моему, кто-то пристрелил. Ух! Так, все окей. Ух, ёлки-палки. Тихо, ребята. Я тут пробегу. Ух ты, чё, вставай. Все нормально. Да. Твою мать. Да, чувак, тебе лучше свалить отсюда побыстрее. All this should make you feel better. I think so, Randy. I think I'm feeling better.
Although I would have liked to see one of those nurses show up from back in the old days. Oh, those uniforms. You remember how to do it? If there's gas in it, I promise you I can fly this thing. Bingo! What did I tell you, buddy? If they've taken her to the safe point, from the air we'll be able to... find her. Ben, are you okay? I'm a little dizzy. And I'm sad, Randy. I miss my wife. I want to be with her again, buddy. I'm tired of this job. Think at least she didn't have to go through all of this. We're like old men, aren't we? All our talk is filled with the dead. All the people we loved. Not around anymore. We're alone. Look, Randy, the safe point. You should be able to find them from there. At least I brought you this far. Ben, are you okay? Ben! Ben! Wake up! Вот так вот, господа, смотрите, мы во снах нашего героя, видимо. Ух, нифига, там зомбаки размером сзади ходят. Обалдеть. Like это что там идет? Ёлки-палки. Идем, Бен. Идем, чувак, Шеннон. Идем. Лидия! No! This isn't how it happened. You weren't here. Офигеть. Вот это да. Вот это. Да. It hurts more and more to think about them. Да, наш пилот разбился вместе с вертолетом, но мы выжили. И продолжать мы уже будем в следующей серии. Мы приближаемся уже к концу, ребят. И кто знает, спасет наш герой семью или спасет. Все мы узнаем впереди. На этом все. Всем всего. Удачи всем. Пока-пока.